Хор Балта открыл заседание Комитета всемирных хоровых игр. Это довольно крупная международная организация. В нее входят представители 43 стран. Президент Всемирных хоровых игр Гюнтер Тич бывал в Сочи несколько раз во время подготовки к зимним играм. Он отметил, что за это время изменилась не только городская инфраструктура, но и настроение людей, которые живут на курорте. Уже 4 года идут переговоры между правительством Российской Федерации, администрацией Краснодарского края, администрацией города Сочи с международным обществом «Интеркультура» о проведении впервые всемирных хоровых игр в России. У нас сразу поддержала администрация края в лице вице-губернатора Галины Дмитриевны Золиной. Мы начали эти переговоры. 4 раза была делегация «Интеркультуры» за эти годы с изучением всех позиций, каким образом можно на площадках города провести такой уникальный, просто уникальный проект. И я должен признаться, что я потрясен и не узнал этот город вот в том состоянии, в котором он сейчас находится. У горожан и у тех, кто живет в крае, появился огромный опыт, как проводить такие крупные мероприятия после события зимних Олимпийских игр. Сама презентация Сочи состояла из 3 частей. Сначала был продемонстрирован ролик о Сочи, затем заместитель главы города Ирина Романец рассказала о прошлом, будущем и перспективах курорта. А завершилась презентация выступлением хора «МЭЦ» из Краснодара. Именно он представляет наш регион на этих играх. В Риге состязания продлятся до 19 июля. Именно в этот день президент Всемирных хоровых игр Гюнтер Тич передаст флаг конкурса мэру Сочи Анатолию Пахомову.